Ребята, всем доброе утро, мы только проснулись, сейчас 7:30, и сейчас я буду снимать вторую часть «Подписчики управляют моей жизнью». И давайте начинать. Я уже опубликовала опрос, снимать мне это видео или нет, давайте посмотрим результаты. Сейчас я возьму телефон, тут в лагере разминка, наверное, зарядка утренняя, я за телефоном. Итак, давайте выбирать. Первый опрос. Готовы ли вы управлять моей жизнью? Да. 96% да. Значит, снимаем это видео. Теперь давайте опубликовать следующий опрос. Какой купальник мне надеть? Итак, вот этот или вот этот? Какой купальник надеть? Вот этот или вот этот? Ждем результата. А пока ждем результата, давайте опубликуем, в чем мне идти. Какую одежду надеть? Так, смотрим результаты. Я выбираю первый купальник. Купальник надеть. Ой. 80% за первый купальник. Значит, одеваем розовый купальник. Спасибо, ребята, ваше мнение совпало с моим. Я тоже хотела его одеть. И теперь выбираем наряды. Я хочу первый наряд. Выбираю первый. Ну, практически одинаково. 55% все-таки вырывается вперед первый наряд. Шорты и футболка. Так что одеваем шорты и футболку. Сейчас одеваюсь и выбираем прическу. Что мне делать? Распущенные или убрать волосы? Так, смотрим, за что вы проголосовали. Я голосую за бублик, потому что с убранными волосами удобнее. Нет. Ну, жарко же с распущенными. Ладно, сегодня вы управляете моим днем. Делаем распущенные с Алохой. Все, я сделала распущенные с Алохой, как вы мне и сказали. Теперь идем на завтрак. Сейчас будете выбирать, что мне кушать. Надо выбрать что-то такое прикольное, то, что я не люблю и то, что я обожаю. И посмотрим, как хорошо вы меня знаете. Ну или как хотите поприкалываться надо мной. Ладно, идем на завтрак. Так, смотрите, из чего вам нужно выбрать. Из каши овсяной или мороженое пломбирное с апельсином и яблоком. Кексика и пирожка с мясом. Давайте опубликовать опрос. Что вы выберете? Кашу или вкусняшку? Все, я опубликовала опрос. Теперь ждем результата. Итак, уже прошло время. Давайте смотреть, что вы выбрали. Я, конечно же, выбираю мороженое десерт. 78% мороженое десерт. Ура! Я буду кушать вкусняшку. Хорошо вы меня знаете. Спасибо вам. Все, всем приятного аппетита. Так, мы уже покушали, и сейчас буду опубликовывать опрос, куда нам идти, на море или в бассейн? Куда нам идти, на море или в бассейн? Так, я опубликовала опрос, сейчас ждем результата. У нас все затянуло, небо белое стало, но душно. И в комментариях вы задаете очень много классных заданий, спасибо вам огромное. Несколько обязательно выполню, ну если вы захотите этого. Ладно, ждем результата. Итак, уже прошло время, все смотрю на часы, у меня часы разрядились. Давайте смотреть, что вы выбрали, море или бассейн? Я выбираю бассейн, потому что на море мне лень идти. Да, я лентяйка. Идти лень, но идем на море. Ура! Я хотела в бассейн. Ладно, идем. А я хотела на море! Ладно. А я хотела в бассейн! Ладно, идем на море, но у меня есть еще одно задание. В комментариях мне понравилось такое задание. Подойти к прохожему и спросить, не видели ли вы здесь волнистого кота в костюме пирата? Выполнить мне это задание или нет? Давайте спросим у вас. Подойти мне к прохожему и спросить, видели ли вы здесь волнистого кота в костюме пирата? Да или нет? Так, прошло уже, сейчас посмотрим сколько. 13 минут, и давайте смотреть, что вы выбрали. Пончик или пиццу? Что... А, я еще не говорила, я же сделала опрос. Что мне взять на море, пончик или пиццу? Давайте смотреть. Я выбираю пончик, воля легче нести. 62% пончик. Берем пончик. И опрос, про который я вам говорила. Подойди к прохожему и спросить про кота. Ну, наверное, я выбираю да. 82% да, я не удивлена почему-то. Идем на море, берем пончик и подходим к прохожему. Для меня самое сложное будет подойти к прохожему, что-то у него спросить.
Ладно, идем выполнять. Мы вышли на море. Я вся в розовом. Розовая повязка, розовая кофта, розовый пончик, розовая обувь. Шорты только джинсовые. И идем на море. Снимите, пожалуйста. А вы не видели белого кота Ванинского в костюме пирата? Хорошо. Милаш, идите с папой. Стою дышать. Звуки на минимум. Нет, извините. Я еле сдержалась, если честно. Давай дубль 2. Давай дубль 2. Извините, пожалуйста, вы не видели волнистого кота с костюмом пирата? Вика даже 2 раза спросила. И в принципе никто не удивлялся. Как, ну, как будто так и должно быть, да? Волнистого кота в костюме пирата. Не видели. Нет, первая пара вообще так немножко попутавши, так, такие призадумались. Нет, Лик? Не видели? Ну все, Лик, не видели твоего кота волнистого. Шила Лика костюм пирата, потерялся кот. Лика, надо повесить объявление. Да. Пропал волнистый кот в костюме пирата. Так, задание выполнено. Ребята, крикнуть мне на пляже, я люблю этот пляж, да или нет? У меня рука аж дрожит после того задания. Просто после волнистого кота в костюме пирата? Да. Я подхожу уже к пляжу, сегодня такая хорошая погода. Не жарят, и можно будет долго купаться в море. Я читаю задания, которые вы предлагаете. Мне очень много заданий нравится. Мне понравилось задание крикнуть на пляже «Я люблю этот пляж!». Осталось только выбрать место и выполнить это задание. А, ну сейчас посмотрим, может быть, вы не захотите это задание увидеть. Но мне оно понравилось. Сейчас посмотрим, за что вы проголосовали, да или нет. И от этого будем отталкиваться. Так, сейчас посмотрим, сколько написали градусов воздух. Температура воздуха, температура морской воды. Но сейчас опять там... будет градусов 25. Блин, да, наверное, там и не меняют. Ага. Не, меняют. Смотрите. Воздух 28, морская вода 23. И вода будет теплая. Да, вода будет теплая, все, идем купаться. Ну что, выполняя задание, здесь очень много людей. Я люблю этот пляж! Она сумасшедшая! Все, задание выполнено. Мы уже собираемся домой. Я очень захотела мороженое. Давайте выберем, какое мороженое мне купить. Какое мне мороженое купить? Первое или второе? Я выбираю из этих двух. Я хочу или мохито, или вот такой вот апельсин и гранат. Сейчас посмотрим, что вы выберете. Так, я выбираю первое. Я хочу мохито. 60% за мохито, значит покупаем мохито. Ну что, вы выбрали мохито, значит покупаем мохито. Вот, мы купили фруктовый лед мохито. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Такое вот зеленое. Вкусно, мята. Так, мы идем сейчас в отель. Положим, оставим все круги и поедем в Геленджик. Но мы не знаем куда. В Додо поехать пиццу покушать или в Макдональдс. Вроде как говорят, в Геленджике есть это. Так что выбирайте, Додо или Макдональдс. Нет, уже не привет. Мы наконец-таки выезжаем. Да не пока, подождите. Мы наконец-таки выехали в Геленджик. Да это все привет? Да нет. И вы выбрали Макдональдс. 73% Макдональдс. Так что едем в Макдональдс. Нам от нашего отеля до Макдональдса 30 минут, да, подъехать? Ну да. Мы тут находимся... Чуть-чуть меньше. Ну, чуть-чуть меньше. Ну, примерно полчаса, в общем, ехать. Ну, мы-то находимся в Дивноморском, а не в самом деле. Ну да, мы в Дивноморске находимся, а Макдональдс только в Геленджике есть. Наконец-таки мы приехали в Геленджик, но приехали мы быстро, долго искали парковочное место. Сейчас идем в Макдональдс. Макдональдс находится в торговом центре.
торговый центр называется «Радуга», если я не ошибаюсь. По-моему, так. Ну, сейчас ближе подойдем, покажу вам все. И этот торговый центр находится практически на набережной. Ой, какой здесь фонтанчик красивый. Такой необычный. Мы зашли не в тот торговый центр. Нам нужен торговый центр напротив. И он называется «Радуга». Ты уверена? Я надеюсь. Уйдет дождик. Прям сильно начинается. Вот она, афиша «Макдональдс». Бизнес-центр «Пассаж». Ну ладно, не «Радуга» опять. Ну, практически угадала. А мы оттуда. По-моему, это туда надо. Короче, мы заблудились. На подносе? Может, в пакете лучше? Да. Так, ну смотри, получается вот это вот. Но. Чизбургер Делюкс, интересно. Вот мне нравится, да. Ой, я уже нажала, ты уже будешь его кушать. Мне вот это нравится, и вот этот тут большой. Какой? Вот эти два. Давайте смотреть, что вы выбрали. Я выбираю, наверное, салат. 55%. Буду кушать бургер вот такой. Двойной гранд чизбургер. Чизбургер. Так, где он тут? На подносе. Двойной. Где он? Вот он. Вот он, да. Смотри, какой там Макфлури, шоколад и клубника. Ух ты, хочу. И карамель. Это. Ну вот пусть проголосуют. Вот это хочу. Давай, сейчас пусть проголосуют. Я тут хочу. А где мне вот эти крылышки? Готово. То есть ждем результат. Надеемся, что вы выберете вот это вот с карамелькой. Почему, кстати, шоколад с клубникой тоже будет очень вкусно. С бисквитом и карамелью, вот это, мне кажется, будет вкуснее. Мне кажется, очень сладко будет. А я люблю сладкое, не переживай. Мне кажется, очень приторно. Ничего страшного. Очень сладко будет. Мы сейчас быстренько. Долго ждать не будем. Ну, я сразу выбираю вот это вот. Ну, пока 100% вообще никогда не проголосовал, 10 секунд прошло. Давай посидим, подождем хотя бы 3 минутки, давай. Постоим здесь. Не буду отходить. 50 на 50. Ну, давай ждем еще. Что-то вырвется вперед. Если 50 на 50, то я выбираю. Да что-то да вырвется вперед, не переживай. Два там голоса. О! Бисквит и карамель? Да. Все. Готов, Чинга? Да. Идем кушать. Вкусняшка моя. Так, смотрим, как он выглядит. Я еще его не брала ни разу. Он такой сочный вроде. Аппетитненький. Да. Два так. Мяса, два сыра, да? Вот. Огурчик, лук, кетчуп, сыр. Две котлетки. Котлетка, нет, одна. Две котлетки, да. Два сыра, две котлетки. Да. Да ешь, да, то сейчас я съем. Всем приятного аппетита. Все, мы идем гулять. Я наелась, я еще доела мамин бургер, она не захотела, я захотела. И еще осталось немножко мороженое, я иду. Пойдем по набережной погуляем, и я буду есть его. Ой, смотрите, какой белый голубь. У него лапки прикольные. Улетел. А мы гуляем по набережной. Вот он летит. Да, вон он летает. Мороженое очень вкусно. Еще раз спасибо, что вы его выбрали. Смотрите, какие шишечки. Мам, очень красивые. Да, мама сказала, сними шишечки. Я говорю, ну давай. Вот, смотрите, любуйтесь, это шишечки. Очень красиво. Кстати, их очень много. I've been stumbling around between the lines of red and blue. I was coloring thoughts for the sake of finding truth. You're out of excuses. My heart's sick of all these bruises. There's no more pretending. It's time I run my own. Сейчас мы погуляли по набережной, теперь идем в машину и едем в номер. В отель наш. Купаться в бассейне. Да, купаться в бассейне.
И вы предложили мне такое задание. Прыгнуть в бассейн в одежде. Хотите ли вы это или нет? Давайте спросим у вас сейчас. Да, конечно, хотим. Ну подожди, может не хотят они. Я бы хотела. А я вот как-то не знаю. Ну давайте спрашивать. Вот как раз сними подписчицу свою. Давай сниму. Вот девочка. Подписчица. Поймала нас. Попадет к нам видео. Меня прервала моя подписчица. Огромное спасибо всем моим подписчикам. Я вас очень люблю. О чем я говорила? А, про бассейн. Хотите ли вы, чтобы я прыгнула или нет? Давайте спрашивать вас наконец-таки уже. Так, мы идем сейчас в бассейн. Давайте смотреть результат. Но я почему-то уверена, что вы скажете да, прыгай. Ну давайте все-таки посмотрим. Так, Роман. Ну конечно, поржать, даже я хочу. Мне было бы прикольно понаблюдать. Я выбираю, да? И 87% да! Покажи! Во. Я не верю! Во. Точно, да! Кошмар! О, мне не верится! Главное, что там не было 100%. Конечно, мы сейчас поднимались, там практически пустых лежаков нет, Лик. Да. Пошли! Я вас обожаю! Пойдем! Мне это будет очень интересно! Ля-ля-ля. Ну сними хотя бы свою повязку, а. Ну повязку сниму, мне жалко повязку, она от воды. А то от хлорки, да. Да она из это слезет у тебя сразу же. Лика готовится, снимает повязку. Не особо готовится, ничего. Да ладно, тут будет интересное зрелище. Ну хоть не так много людей. Ну кстати, да, не нужно. Ну так немного людей, два человека сидят, лежат и... Ну да, мы шли, когда было вообще много людей. Семья уходит. Ну давай, мы не можем просто, да мы не можем лишить их такого удовольствия, Лик. Они уже собрались, останавливать не будем. Это самое... Еще возле, на балконе... Еще на балконе очень много зрителей, ты знаешь? Папа пошел под воду снимать. Поехала, Лика? Сейчас папа ныряет. Я обувь сниму. А, ну конечно, а то сейчас ее с обувью нырнет. Давай. Так, первый пошел. Ну давай, 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 бери. Лика делает разминку. Просто следи, сливу. А что ты у него будешь делать? Прямо с разбегу давай. Ну как с разбегу? Ну давай, вот пошла. Бегаю, ну, Лик, ну прекрати, давай уже. Уже все ждут, хотят этого зрелища. Давай, давай. Ну давай, все ждут. Все, я тебя тренировала. Вперед. Тише. Слушай, ну классно. Поплавай, поплавай в одежде. Ну что ты сразу уходишь? Это же прикольно. Когда ты еще в одежде поплаваешь? Давай еще раз. Зачем? Ей понравилось. А ей понравилось в одежде. Ей понравилось, она теперь только в одежде будет нырять. Лика, я камеру забыл включить. Ты серьезно? Ты серьезно? Давай еще раз третий. Да, Лика, третий, слушай, пятый. Только воду не пей, пожалуйста. Воду только не пей с хлоркой. Люди, не смотрите на меня, я нормально. Да что-то уже все сомневаются, все вот останавливаются. Ну давай, ныряй уже. Ля-ля. Мне уже стыдно за тебя, выходи уже. Все. А водичка тепленькая. Кажется, тепленькая. Все, раздевайся. Выжимай вещи. А ты телефон не забыла из кармана? Ой, Лик, я забыла телефон. Все уже спят, я монтирую видео и забыла, что забыла сказать всем пока-пока. Так что всем пока-пока, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока!